Всем привет, с вами Музей роботов трансформеров, и сегодня на обзор модель трансформера Brawl из серии трансформеров. Первому фильму 2007 года данная модель выполнена в Deluxe классе. Давайте ее рассмотрим. Интересный персонаж, который появлялся в первом фильме, сражался за десептиконов, трансформировался в военный танк и был побежден автоботами. Это модель Deluxe класса, но она не менее интересна, чем все остальные модели Лидер класса или Voyager класса, которые выпускались в рамках разных серий в разное время. Так, ну, чем он у нас уникален? Мне кажется, у него есть white piping. Да, и это правда. Глаза светят красным цветом. Шикарно. Голову можно поворачивать на 360 градусов. Рука поворачивается, сгибается в локте, и у него на руке еще есть вот такое орудие, которое можно поворачивать в обратную сторону. Пальцы цельные, рука цельная, она не поворачивается и никак не двигается. Но это неплохо. Так, что у нас с этой стороны? С этой стороны у нас дуло танка. В нем есть такой вот интересный из прозрачного красного пластика снаряд. Но если ее повернуть таким вот образом, то здесь у него получается ракетная установка на руке. Скорее, это более правильное положение. Именно с такой боевой оснасткой он участвовал в событиях фильма. А отдельный минус – это вот это соединение с правой и с левой стороны. С левой оно как-то более или менее держится, а вот с правой выходит из трапециевидного паза. Периодически выходит. Здесь подвижность ограничена вот этим наручным дулом. Что еще у нас есть? Есть снаряды сверху и нога. Нога правая вперед, левая назад. Назад она упирается в часть башни танка. Колено также присутствует. Ее можно согнуть в колене ногу. Ступня, в принципе, цельная и никуда не двигается. Но она участвует в трансформации и создает элемент задней оснастки танка. Ну, давайте приступим к трансформации. Процесс начинается именно с башни дула. Она раскладывается. Для удобства мы ее повернем вот таким образом, чтобы у нас был доступ к этой части. Теперь задача развернуть этот элемент. Открыть вот эти части и развернуть руку в эту сторону. Выдвигаем и ставим все это вот сюда. Закрываем. С этой стороны также поворачиваем и выкладываем все внутреннюю часть. Вот эту давайте сделаем вот сюда. Да, вот так вот. Сложили все достаточно компактно, аккуратно на свое место оно встает и закрывается. Затем сверху закрываем, поворачиваем. Да, здесь вот механизм. Поворачиваем и также разворачиваем верхнюю дополнительную башню с меньшего калибра орудиями. Теперь складываем голову внутрь, поднимаем эту часть и поднимаем вот таким вот образом. Теперь переходим к ногам, задвигаем эти элементы, сдвигаем ноги вместе. Соединяем, опускаем псевдобаки, поднимаем ступни внутрь и раскладываем, соединяем боковые элементы защиты танка. И все, наш прекрасный танк собран.
верю, что со временем музей дорастет до того, чтобы проектировать модели трансформеров в рамках советских или российских танков и советской или российской боевой техники. Очень хочется ее также увековечить в образе интересных моделей головоломок трансформеров. Поскольку я знаю, что у нас китайские, например, производители игрушек доросли до того, чтобы увековечивать китайскую военную технику в образе моделей с трансформацией. Башня, кстати, поворачивается. Это очень даже хорошо. Есть псевдоколеса, и получается, наша модель может спокойно по ровной поверхности ездить. Хорошо, давайте начнем трансформацию в обратную сторону. Открываем панели, раздвигаем ноги в стороны, опускаем эту часть, поворачиваем пяточку, опускаем, поворачиваем и задвигаем во внутреннюю поверхность. Если посмотреть с этой стороны, то оно вот так вот сдвигается. Затем поднимаем голову и боковые траки гусениц. Разбираем эту часть, опускаем сюда-сюда, выводим, поворачиваем и вот оставляем в таком положении. Также с этой стороной оставляем в таком положении. Поворачиваем это все, стыкуем сюда, вот здесь оно входит в паз. Опускаем, поднимаем, стыкуем. Эту часть так опускаем, давайте сразу сюда, фиксируем. Да, вот здесь достаточно плохо фиксируется, с этой стороны чуть получше. С чем это связано, сложно сказать. Хотя тоже выходит из паза. Здесь есть небольшой угол соединения, и он не позволяет детали держаться как надо. Ну, предположим, с этой стороны закончили. Поднимаем кверху, открываем и ставим вот таким вот образом. Поднимаем и ставим вперед. Хорошо. Так, снаряд ставится в правильной позиции. Да, вот так вот. Все, модель трансформера Броу вам продемонстрирована. Надеюсь, было интересно с ней познакомиться, если вы с ней никогда не сталкивались. Или наоборот, вспомнить о том, что она существовала в рамках моделей с трансформацией из 2007 года. В рамках моделей, связанных с первым фильмом «Трансформер». На этом все. Подпишитесь к нам на канал, для нас это важно. Поставьте лайк этому видео, если оно этого достойно. И приезжайте в музей. Всем до скорых встреч.